что бы вы еще могли добавить вот, о своей продукции? Я бы хотел вот рассказать об этом. Давай. Это много лет производим. Ну, постараюсь очень быстро, не задерживать. Это концентрированная водная экстракция, вытяжки из косточек и коры с винограда красных сортов по типу каберне, водная. Все свойства вина, только в составе отсутствует спирт, там нет также сахара, нет консервантов. Детям с двухлетнего возраста осуществляется прием. Для чего? Вот проведенные многолетние клиники в России и в Украине показали, что в первую очередь вообще он был заказан Совета министров Украины после аварии в Чернобыле, как радио, нейроонкопротектор, аналог вина, без спиртосодержания. Выводить, значит, все эти... Нуклеиды, да-да-да. Также защита, щитовидка, онкология, ну там уже по системе надо попринимать. Мы очень многих людей восстановили после очень частых применений химиолучетерапии, приводя вообще в норму организм в принципе. В зависимости, какая этиология онко... проблемы, там это либо доброкачественного, либо злокачественного характера. У него он иммуномодулятор, причем не стимулирующий фактор, а защитные силы восстанавливает, модулируя их. Модулирование это что такое? Чтобы создает. Создает. Ага. Регенерирует, восстанавливает. Не стимулирует только краткосрочно. Потом, в виде наркотика, да, а именно вот... Нет привыкания. Он метаболируется, превращается в воду в течение 6-8 часов. У него очень яркие выраженные содержания антиоксидантов в 24-компонентном составе. Так, окислительные процессы. Отстарение, значит, помогает. Да, геронтология. Вот Институт геронтологии, наш известный мировой, в Киеве много лет пользуется, применяет, назначает. У него ресвератрол есть. Очень важный момент. И группа полифенола. Витамин П очень водорастворимый, его много здесь. Это то, что мы с пищей, в принципе, не получаем. А когда-то в детстве... То есть витамин П это для крепости сосудов, да, чтобы они не были ломкие. Там же водный, калий, кальций, кремний есть водорастворимый. Потом работа идет на капиллярном уровне. Мало что оказывает воздействие вот у нас в организме на капиллярном поле. А он создает условия, где проницаемость укрепляет стенки капилляров и проходимость происходит у капилляров. Поэтому, как следствие, идет стабилизация, нормализация давления, усиливает мозговое кровообращение, концентрация внимания и памяти, головные боли уходят, мигрени, бессонница, нервные расстройства. Эгрегация вообще появляется поступательно в конечности. Плюс выводит токсины из крови, если уже полечили серьезно, какой-то химией, например. Гепатопротектор, печенка, там отдельный ряд клиник. Причем укрепление глазной и сердечной мышцы, по глазам тоже есть ряд клиник отдельных в России и в Украине. И он еще дает тонус природный. То есть весной и осенью, зима, нет вот этой вялости, текучести такой. Вот мы работали, когда-то ввели в свое время, есть там на сайте достаточно много. Так сказать, нету сезонной депрессии. Да, нету сезонной депрессии. Солнышко стало мало и начинается депрессия от нехватки солнышка. Пьется очень просто. Дети потенциально с удовольствием это пьют. Добавляется столовая ложка на полстакана любого вида жидкости. Это вода может быть, компот, соки, чай, кофе, горячая жидкость. Или же кисломолочный продукт. Единственное, что в составе находится 4 растительные кислоты, там молоко само, оно может сворачиваться. И надо еще знать немножко, если минеральную воду кто-то использует, то разный щелочной состав воды бывает, если там щелочи много, то он такой мутноватый будет в разведении. А так, это пусть не пугает людей, собственно. Мы применяем это много лет сами. И адаптоген, вот перемещаясь в разных полярностях временного фактора, меняя воду, климат, легче организму адаптироваться в этих условиях. Не так устает организм. Прекрасно. Что бы вы еще добавили, мы будем заканчивать. Ну, есть алтайская серия, уникальная продукция, это отдельный разговор, мне кажется. Мумиё вообще известная, массово популяризировалась, у нас из уст в уста передавалась. Да, вот каменное масло нынче появилось на устах, да, интересный минерал. Можно сказать, это белое мумиё в тех краях его называют, да. А вот этого каменного масла, это обычно, на сколько хватает? Обычно стандартно 3 грамма вот объема вот этого разводится на 3 литра воды. И пьется человеком, как минеральная, активная, насыщенная, обогащенная вода, по полстаканчика 2 раза в день. То есть это на хуже, да? Ладно, Юрий, спасибо большое. Доброго здоровья. Я бы, знаете что, я хочу вам презентовать вот это. Хорошо. Теперь смотрите, будете открывать, осторожно не прижимайте, потому что льет автомат у нас под самое горло. Мы, кстати, вот на сегодняшний день уже свои собственные виноградники имеем в Одесской области. И дам вам, тут, кстати, ну мало ли, может координаты надо будет.
И хочу вам дать каменное маслице. Кстати, а ваши координаты какие? А вот тут есть, российские, да. Нет, если будут слушать, то скажите, чтобы куда обращались, сайт там или еще. То есть, возможно, ваши клиенты. Я могу показать вот здесь, да, оно будет видно. По вопросам, да, консультации, приобретения продуктов.